Все, ребята, пришла. Буду готовить борщ. Борщ будет с галушкой. Наш запорожский. Вот. Вкусный. Заправленный старым салом. Бардачелло, да. Бардачелло. Ну, а что делать? А куда с ним всем деваться? Будет кладовка. Все сложим в кладовку. Кладовка будет большая. Две еще есть. Вот и надевай, и носи, а то прям вот А солнце попадает, ничего. 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 Воротничок поправь. Вот. Блин, бриться надо. Что вы говорите? А некогда. Рыбалка. Да? Рыбалка меня попал. Сколько? 2 года не ходил. Все, у меня теперь. Теперь за 2 года все хочешь вот просидеть там. Да, дай кофейку, папа. Ладно. Что ты? Это наше такое счастье, ребята. Что-то я никак не настроюсь на борщ. Надо начать, потому что уже без 15:11 у нас. Вперед, все. И прибамбасы. А, яйца, яйца. У меня, ребята, это в хозяйстве все яйца. Были вчера в городе, забыли купить. А курочки вот тогда Лешек просто нашел, не заглядывал туда несколько дней. Не несутся еще молодые, нет. Он несколько дней не заглядывал, а потом посмотрел, а курочки несутся. Нифига они не несутся. Так. Ладно, хватит. Комар. Комар. Хватит 4 яйца. Хватит. Я обычно делала на 5. Ну, и 4 хватит. Ну, будет чуть поменьше. А что делаю? Делаю галушку. Это я не сказала. Галушка для борща. Кто-то еще, наверное, не слышал, да, про такое чудо-юдо, галушка в борще. Да. Так. Так, что сюда? Солим. Солим. И нам надо, сейчас порежу ручки. Эти от потроха, от курочки, куриная потроха, печеночка, сердечко, даже сердечко здесь нет, сердечко в курочке, а сердечко там, наверное, здесь 2 желудочка и печеночка одна. Нарезаю вот так вот мелко. На тебе. Лиза! Все правильно. Что правильно, Лешек? Все правильно. Где правильно? 12 плюс 5, 17. Панели стоят 14. На 3000 всякая трихомуть. Все правильно. Всякая трихомуть на 3000, да? Вот эти крепления. Крепление, пленка. 1300, блин. Пленка? Да. А что за пленка? Ну, я же тебе объяснял. А. Не гнило ничего. Понятно. Еще 1000 осталось. Ух ты, живем. Это хорошо, он мне сказал бы. Ну что, ей схватило? Хватит. Подожди, пойдем в сарай, может там что есть. А, сходи, да, может там есть. Парочка. Троечка.
Походу несется одна белая курочка. Вот это моя Белоснежка. Коричневая, наверное, не несется. У коричневой же, правда, должны быть коричневые яйца, да? Вот жирные куры, вот это вот с наших домашних курей, гляньте, все в жиру. Так это я уже так побирала. Кишки все в жиру были. А говорят, они у вас голодные. Какие они у нас голодные? Они закормленные. Голодные. И как вы можете утверждать, что они голодные? Как вы можете утверждать, что они голодные, если вы не знаете, когда и как мы их кормим? Да, все у нас голодные. Только мы жрем. Да. Запихаемся, да. Одно. Чем еще богаче. Одно. Ну и хорошо, хватит одного. Просто я кладу в борщ еще вареные яйца. Вот. Ну, такой у нас борщ. А в этот раз не положу. Да и ладно. Так, вот, смотрите. Здесь у нас 5 яиц, соль и вот потрошка, порезанные мелко кубиками. Вот так вот. Вот видите. Ложечку. И замешиваем вот такой круто-круто, прям как вот на, ну не как прям на лапшу, помягче, ну как на вареннике. Как на вареннике замешиваем. На одних яйцах. Яйца, мука, соль и вот потроха. Запарилась. Вот такая вот галушечка, желтенькая на домашних яйцах. Вот. Сейчас оставлю ее, пускай она чуть-чуть полежит, пока я почищу картошечку, порежу, брошу картошечку, чтобы ее потом положить на картошечку, чтобы она не пристала ко дну. Там у меня косточки, правда, но на косточки не хочу класть. Вот. Все. Оставляю. Да вот так просто оставлю. Вот. И пошла чистить картошку.
Ребята, здесь жарится у меня лучок с морковкой. Вот так вот. Красота! А здесь, ой, нос чешется. Кто-то нальет, что ли? Пишите, пишите. Лиля, ты это не будешь. На, будешь? Ну вот, видишь. Ой, у меня есть два перчика. Два перчика. Всегда уборщик кладу сладкий перчик. Ничего нету пока, нету ничего, идите. Капустки, наверное, много доедала. Ну, ладно. Вот так я готовлю борщ, ребята. Я и пою, и танцую. И вот так вот беру, пробую капустку. Так, томатик, томатик. Томатик. Это это домашний томатик. Хватит. Есть у меня еще вот такая вот заправка для борща. Видите, здесь свекла, перец, помидоры, морковка. И все вроде. Вот, это тоже сюда. Кастрюля у меня большая, поэтому и зажарки будет много. Почему большая кастрюля? Потому что я не хочу возиться с едой, когда будет здесь сынок. Не хочу. Я хочу больше побыть с ним. Вот так все пускай жарится. Будет кастрюля борща. А вот галушка. Галушка, кстати, уже вон всплыла. Видите, значит, уже она готова. Скоро я ее достану отсюда и буду варить борщик. Вот. Все. Зажарочка пускай жарится. Капустка порезанная, перчик порезанный. Сейчас пойду нарву укропчика, петрушечки, кинзычки. Вот. И борщец. Сейчас прикручу. Вот так пускай потихонечку тут себе кипит. А я пошла. Так, ребята уехали.
Красота. Дверь стоит. Все. Теперь туда нельзя ходить, пока не это. Не застынет пена и все остальное. Ну, это до завтра, наверное. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Вот, надо еще спросить у Саши про окно. Вот это вот. Как оно? Это окно, которое мы заказывали на Озоне. Надо спросить. А дверь заказывали в Кирове. Если что, вот это хорошее, вот это окно 7000. Такой вот метр на 60, 7000. Я не знаю, дороже в этом заказать. Ну, наверное, дороже будет, конечно. Вот. Так, пойду. Укропчика мне надо нарвать. Тепличку пойду нарву. Это мы сняли сегодня, вчера, вернее, сняли с огурцов, потому что в ночь пообещали нам хороший дождик. Вот, и мы сняли. О. Все, нарву. Нарву сейчас укропчика. Ребята, вот у меня такой летний борщ на домашних помидорах без томатной пасты. Со свеклой, но свеклы здесь мало-мало. И вот сколько я мяса обобрала с костей. Видите, сюда его. Вот так. Такой вот борщик. Мы любим густой борщик. Ложка, конечно, не стоит, падает. Но... я такой люблю. И Лёшка любит густенький, и Юрик тоже. В общем, такой борщик. Пишите, что это суп, это не борщ. Ну, у вас это не борщ, у меня это борщ. Все. Сколько уже писали по этому поводу, но вы же меня не переубедите, понимаете? Это мой борщ. У вас борщ со свеклой розовый. А я не люблю розовый борщ от свеклы, не люблю. Я даже если готовлю борщ со свеклой, я ее перевариваю, я ее заливаю кипятком, чтобы она постояла, но чтобы борщ был красный. Ну, как-то так. Да. Так, все, осталась зеленушка, сейчас бросаю зеленушку. А, я ходила на улицу, за зеленью не надела фартушек. Вот, ну ладно. Сейчас приправки, зеленушка, подсолим. Я уже солила, потому что галушка варилась там. И все, борщик готов. Пробую борщ, ребята. Так. Так вот. Он тут кипит потихонечку.
Пробую борщ, ребята. У меня блюдечко такое, не захотела пачкать. Вот блюдце есть, было такое вот. Я сюда. Полный отпад. Ребята, вы не ели моего борща. Эх. Это обалденно вкусно. Так, все, борщ готов. Лешек, наверное, приехал. Лешек ездил в город за опарышами. Все, я убираюсь и будем обедать. Вы только гляньте на мою розу, да? Красота. Красота. Она с каждым днем все больше и больше расцветает, краснеет. Ой, да чего ж красиво. Какой бутончик, гляньте. Но разве это не красота? Вот, гляньте. И вообще их можно рассматривать, наверное, долго-долго. Вот. Так. Ну что, скоро обедать. Ребята уже... Лешек стрелки собирает. Стрелки надо обрывать. Так, а я хочу сейчас курочкам травки немножко нарвать. Лешек, это надо брать миску. Миску и миску их. А? Ведро полное. Ведро полное уже. Блин, ну нам столько не надо. Ну, половину на... Штук. Сколько? 300. Ты уже все оборвал? Ну, мой Лешек. Курочки там. Сейчас травки им нащипаю. Такой хороший, вкусный. Вот здесь вот она такая свеженькая. Вот. Лешек скоро будет жить там, на этом мостке. Вот увлекся. Коты уже жрать не хотят. Уже обожрались. Вот, ребята, столько нарезали. Лешек пообрывал этих. Сделать пасту чесночную такую. Мне говорили, там зеленью. Можно поблендерить, и будет такая паста. Ну, может, завтра. Только не сегодня. Не сегодня. Вот. Укропа много, так что можно с укропчиком. Вон. Тын-тын.